Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Певица Слава вынуждена исполнять песни, подглядывая в листочек с текстом. Вчера в своих социальных сетях артистка опубликовала видео с одного из последних концертов. На нем Слава предстала перед публикой в белоснежном платье в пол. Образ дополнили массивные украшения, пышная укладка и яркий макияж. Певица решила исполнить популярную композицию «Без тебя меня нет». Однако пела вокалистка, подглядывая в листок с текстом. Из-за того, что Слава переболела коронавирусом дважды, ее начала подводить память. Артистка обратилась к подписчикам с просьбой поддержать и понять ее. Также Слава уверена, что скоро окончательно восстановит организм. Одними из первых подбадривающие слова написали коллеги и друзья Анита Цоя и Гоша Куценко. Актер посоветовал Славе ставить пюпитр и делать вид, что она подглядывает в ноты, а не в текст. Подписчики также поддержали певицу. Многие отметили, что лист с текстом не так страшен, ведь Слава поет без фонограммы. Примечательно, что некоторые фолловеры написали, что после коронавирусной инфекции также потеряли память. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.